Горожане добились своего. В следующем году в Кирове может появиться новый автобусный маршрут. Он будет ходить под номером 4. Маршрут соединит Северную больницу и Малую Субботиху через новый мост. В администрации внесли в реестр новое автобусное направление. Постановление уже опубликовано на их официальном сайте. О том, что автобусная линия в этом направлении нужна, долгое время писали жители заречной части города. Проводились опросы в соцсетях, подключались депутаты. Вопрос обсудили на заседании Гордумы. Маршрут должен будет курсировать каждый день с 5:30 утра до половины 11 вечера. Максимально на линию будут выводить 8 машин. Перевозчика, который возьмет на себя это направление, определят в рамках открытого конкурса. Только после этого автобус под номером 4 начнет курсировать по городу.